Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина вернулась в Россию. В прошлом году она первой из российских космонавтов отправилась на МКС по программе перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом на американском корабле Crew Dragon. В октябре прошлого года Кикина, астронавты НАСА, а также астронавт японского агентства аэрокосмических исследований прибыли на МКС. А 12 марта они вернулись, приводнились в Атлантическом океане у побережья Флориды. Приветствую всех! Чувствую себя прекрасно, долетела из Америки в Россию комфортно. Самочувствие позволяет переместиться мне сюда, на мою родину, в свою страну. Рада своему возвращению. Первый этап реабилитации Кикиной прошел в космическом центре НАСА в Хьюстоне. Там же присутствовали и врачи Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Ощущения прекрасные. Американская сторона со своей позиции сделала все, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при подготовке в течение полета. После проведения нагрузочных проб и углубленного медицинского обследования специалисты дадут оценку состояния Кикиной и определят тактику дальнейшего восстановления. Программа стандартная. Сейчас ей предстоит с сегодняшнего дня послеполетное реабилитационное мероприятие. Это будет продолжаться по 7 апреля, а с 8 апреля она уедет на санаторно-курортное лечение.